Амарыч прям душит, конечно. Здорово, Амар. Че, как дела? Вот мы с тобой поквитались, правильно? Осуждаю максимально. И одновременно соболезную. Играть не умеем, начинаем обзываться. Всем привет и приятного аппетита. После инта у OG полностью сменился состав. Теперь там 5 абсолютно новых игроков. И в их числе новый гений доты. Это Амар The Fucker, 16-летний парень, который... уже в составе OG неплохо так жарит грандов, тех же Secret, например. А еще славится тем, что когда они выигрывают у врагов, он перед фонтаном выкладывает у них мантии на интеллект, да, которые 150 золота стоят, 3 инты дают. Вот. Ну что, давайте посмотрим, хватит ли инты для победы над Мид Тэчесом у медового Амара на Хускаре. Приятного просмотра. Айон диск какой-то. БЗМ Амар. Что за парень такой? Даже любопытно, честно говоря, стало. Кто это? Это кто? Кто это? Ну-ка, рассказывай. Simple and clean. Так, пометуя о том, как мне забанили мои кемпы. Здесь, конечно, воровать стаки, ну хотя хусик в теории может, наверное, да? Наверное, хускарчик может. Так, если подумать. А, так я реально буду стоять минт против Амара, получается. Это жестко. Мид Тэчес против Амара. The Fucker. Окей. Понимаю. Принимаю. Ну, поехали. Чё? Чё тут скажешь? Поехали. Я хочу вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Кто у меня тут? Кнайт. Окей. Такс. Станов у нас нормально в команде. Плюс морф на длинной дистанции, да? Есть тренд. Там парни всё-таки сидят на таймере в большей степени. Хотя ДС против Морфа, наверное, не так плох. Пожалуй, не так уж и плох прям. Ну и что? Против Хусика, кстати, я не помню, когда я стоял мид. Давненько это было, однозначно. Че он там? Давайте ему тоже что-нибудь отправим. Он, походу, на хайпе. Против Мид Тэчеса тоже не стоял, я думаю, раньше. Есть такая у меня мысль, на самом деле. Что ему стоять против медового минера не предполагалось раньше. Не знаю, догадается ли он взять первый скилл для того, чтобы сбивать мне бласт. Вероятнее всего, все-таки нет. Правильно? Я полагаю, что нет. Моя задача, как можно раньше, подконтролить Рошпит. Это очень важно. Не, у типа горящие копья. Я свое зафармил и отсюда вышел. Одно крипа у меня динайл, только это нормально. Единственное, что по хп я сильно просил. Ну, сейчас будем его просаживать, получается, правильно? Ага, вкачал уже. Ну, линия толкается в мою сторону. С Хусиком надо аккуратно стоять. Особенно, если я ему сальность не накидываю. Он мне может очень много копий насовать. И это, конечно, очень неприятно. Это, конечно, очень неприятно. Угу. Ах, не добью. Че так больно-то, ё-моё. И это задинает, да? Угу. Понял, принял. И тут забанено. Жесть, все-таки поддушили на сапах. Все-таки поддушили меня, но это жестко, конечно. Can anyone drop sentry, please? They blocked my smoke.
Не похоже. Опа, дропнули, хорошо. Ой, а я умер, кстати. А что с уроном? Жесть! Ладно. Неприятно, но я не теряю ничего. Типа я постакаю там туда-сюда. Ну, против Хусика надо, конечно, руку набить. Я что-то не ожидал, что он мне, если я его салю, выдаст такой дэмэдж. А он выдал. А он смог, что называется. Окей. Так, ну, линию будет держать под собой. Это потный вариант. Мидера противника. Что поделать? Крипы, может, приятные? Нет, неприятные, объективно. Так, там мы стакнули. Ой, вот это очень хорошо, кстати, не зря вышел, значит. Штука уже окупилась. Ну, тут можно поставить на будущее. Ну, я-то более-менее чувствую. Я еще это самое... Свою вынесу, стаки у меня есть, их никто не отнимет. На XP я буду выходить, но он прям душит. А Марч прям душит, конечно. Я сделаю много стаков, у меня Вард еще долго будет стоять? Минуту. Очень важно не пропустить, хорошо сделал. Ну, корпусом будет блочить, что ли, или что? У меня стайл, вот это все. Будет дайвить за мной? Вообще не должен. Он заблочил корпусом, вы поняли, да? Заблочил мне стаки корпусом. Суровая реалия жизни. Покачаю его лесок. А, под меня вивер вышел. Понимаю. Ну на мины хоть не пошел. Если да, еще один вард придет поставить мне. Чтобы видеть вивера. Лучше. Так, окей. По стакам пока все более-менее, верно? 4, 5. 100 лет не умирал в миде от другого мидера. Просто играешь аккуратно и все нормально. Но видите, тут Хускар. Непривычный парень максимально. Он не догадался, что у меня стаки есть. Это самое главное. И я смог задефать катапульту. Это тоже ультра важно, на самом деле. Это сюда идем тогда. Ну, будет наглый с армлетом. Будет лезть постоянно. Что мне надо делать, играть пассивно. В этой игре и все будет нормально. Так-так. Это я получил, пойду закачаю это все. Катапульта у него тоже умерла. Поэтому бояться мне нечего. Сейчас шестое выбираю. И поехали. Так, хорошо. Там пока знакомство с минными полями происходит. Правильно у противника? Только что на морфе сказал, что может соло, и сразу же отъехал. Интересно.
Мог на Рошана пойти, кстати. Пойдем-ка включимся в это дело. Нет, не на Рошане. Но я просвечу прямо сейчас. Здесь вообще нельзя затягивать, откладывать. Я бы даже сразу, раз я тут, накинул 3, пожалуй. И под обустром летом мне должно хватать. Еще. И еще. Поехали отсюда. Пробегу здесь, чтобы не палиться нигде лишний раз. Можно закачать. Потому что это фарм. Не знаю, будет ли он за мной давить. Теория должен. А там кто знает. Но я теперь не боюсь, что я его оставил одного, он будет точно фармить. Даже вряд ли будет гангать что-то. Это Хускар. Мы наконец-то теперь можем покачаться. Здесь кто-то бегает у меня. Угу, куру мне слили. Вертоп. Так это иллюзии его, он просто ищет иллюзиями, да? Так, Ускара я вижу. Серьезно. По всем, кроме нужной, ударил. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Здорово. Могу его убить, нет? Попробовать. Могу. Готово дело. Здорово, Амар. Че, как дела? Вот мы с тобой поквитались, правильно? Улучшен недавно, здравствуй! Рад тебя видеть, спасибо большое! За 150, спасибо за трек! Спасибо тебе за музычку! Приятного вечера и действительно рад, что ты залетел. Трек опупенный, как обычно. Тут классика жанра, конечно. I will start. If he stays. Пока на момент. Тю-тюн. Та-да-да. Та-да-да-да. Husk is going to farm our triangle. Бара. Ba-ra-ra-ra. Okay, now I have boots you can kill. Ду-ду-ду-ду-ду. Ну я говорил, это агрессив плей будет от него. Он в центре почему проставил, то есть он с его сделал в любом случае. Та-дам. Потоп. I'm pushing middle. Husk here, careful. Nice, nice, nice. Mm.
Парарара. Стой, бот тренд, if you want. Я допушу. Глиф КД у типочков, верно? Успею выйти? Ах, не успел. Но был близок. Ну, товар я все равно спушил. Открыл нам пространство. Че на бейне может, вред, посмотрим. Хорошо. Нашли минки здесь, окей. Сюда с центрями пришел, нет, на Амаре? Центрёй. Центри челосом заехал, окей. На Барыча молодец, снял вижен. В боте сир качается. Стяжечку порвал ты пока, да? Неприятно. В остальном пока держимся на уровне, я бы сказал. Здесь нам нужно играть... Ну, мы в любом случае будем играть вторым номером. У противников темп выше явно. Но если мы уходим в лейт, нам нормально. Здесь сейчас так на себе. Надо качаться. Не дульте токилхи. А, Сенкин, can you drop your item, new draw? Let's swap. Need mana. Thank you. Hey, bottom. Your bottom tower is under attack. Ничего себе, как молния выглядит интересного у этого. Enti the top. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Хорошего стрима. Хотелось бы взрыв, но увидеть kill. В прямом эфире. Окей, go kill him. I will start, okay? Wait, Creeps, wait, Creeps. I'm gonna jump on Creeps. Чарочки? Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Мем. Рошек подсвечен, верно? Да. Тоже вот так вот сделаем. Бар, you can bait Husker here. He will die here. Снимай вечернее платье. Восхитительная музыка. Серега, здорово. Спасибо за 150 большое. Спасибо за топ-трек. На гладкой, как бархат спине. Сейчас промчу сделаю. Крылья, которые... Need them to dive on the tower. I can kill creeps. Которые нравились мне. Нравились мне. Теперь у нас есть тела. И не берут слабых. Can you bait on yourself? Your bottom tower has fallen. Что-то на этой безумной войне. Очень аккуратно, ребят, надо было вивер взрывать. Ну, заранее никогда не знаешь. Надо здесь терминировать. Нравились мне. You can bait here, he will die. He will die in this moment. You can kill Razor here. Твои крылья. No, no, they don't. At least they don't see. I'll take. Не спрашиваю, сколько мужей. Все открытых окон и верхних этажей.
Хорошего стрима хотелось бы в Дарстромно увидеть в прямом эфире. Слушай, ну я постараюсь, но... Но. Непростая эта штука, но я постараюсь. Спасибо тебе большое за музычку. Я всегда стараюсь, если честно. Это просто слишком непростая штука, чтобы это получилось. Где твои крылья? Все, добегался. Пупсик. Не успею, правда, я снять его, смотрю, здесь. Придется новый тратить. Can I take it? Just... Top is me, but... I'll take it. Hero. I'll take region. Такс. Бегу вверх, узк. I should be warded here. Не то человек, actually, somehow. Wait, soon. They beat my item, so then we can kill Oscar. Да. Что сделать? Я визерил, guys. Стану и я килл. Колдаун. Не хватило одной минки. Черт. О, добили, хорошо. Барыч, молоток. Хорош. Погнали, моем. Ничего, купим еще. Шарт куплю, кстати. А не агоним. Прощай. Я покончу. Ча. Мачья. Пойду вижен снимать. Да ты чё? Нет вижена? А где центря? Вот центря. А Марч отпинал, да, я смотрю? Спать топ, я вижен топ. А как шарт, I wanna fight. Can kill Weaver, by the way. Nice. Ха. Неплохой демедж, да? Виверу привет, как говорится, передаем. Чат, прости, прощай. А я, кстати, в боте мог взорвать, может быть, не знаю. Шаль. Нет, не мог. Там не все 12-го. Ча. Эй, мачья. Аганим должен собирать, наверное. КБ на нем. Здесь мины, можем просто на мины выйти. Парни, налево. Можем просто уйти, я думаю. А, тут потише надо сделать, да?
Прости, прощай. ДД топ. Худо. Они там все решили жирок закупиться, что ли? Чья? Прости, прощай. Виктор, спасибо тебе за B2 большое. Спасибо за 150 и за мудочку. Очень признателен. Ты сюда, сюда. Блин, шарик, конечно, не фартануло нехило. Попробуем пробертить с тобой, если подойдет. Да сюда. Не вас слышно. Скилл замит. 2 минуты 23, 10, 25, 10, 28, 10, 31, 10. Затаймлено. Писано скипнуть. Ливер убить. Ну давай, на вивере, ты же тут. Эх, было близко. Очень далеко летел. Не успел отменить. А, я по виверу попал. Пойдет на самом деле. Кара гоним, кускара гоним. Ааа! Взорвал этого типа, не хватило. Налево на мин, ребят. На мины, морф, выше. Почему не сломать центрю, да? Не драться с позиции силы на мины. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Скарчик. Привет, здесь. Топ-1 чичи с мира. Хорошего стрима. Аманил, здравствуй. Спасибо большое за 150, спасибо за трек. Большое тебе спасибо за поддержку, за сабскрайбы, за треки. Привет-привет, тебе приятного вечера. Да. Осуждаю максимально. И одновременно соболезную. Ой, ой, классный трек, кстати. Играть не умеем, начинаем обзываться. Это как, знаете, если бы там футболист слил матч, пошел обзываться на противников. А чё это он мяч крученый посылает, а не как надо прямо. Ай-яй-яй, непорядок. Кто-то есть, да, да. Ну, нормально так ему шпилили на самом деле. Видно было? Не должно было вообще быть. Можно было это стакнуть, ошибочка некоторая. Почти эгонимчик. Сейчас не будем чувствовать уже этих плотничков. Восьмерочки хватит тогда. Ну давайте, ладно, девяточку сделаю. Они все реально такие толстые, с худами. Морф, я забираю. Шнули тихонечко. Я приму твое подношение. Смакбота забыл, да.
Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Гоним БКБ. Пойдем с арканами. Арканами. Я думал, он быстрее зафармил эту штуку. Не успел выйти, однако. Неужто грипп не тратили? А, и не нужно. Вот, чё вниз стоит. Есть. Мало. Руш таймер через 10 секунд. Фух. Если ещё появится Рошана, это, конечно, финиш для нас. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Тимур, да. Привет. Удачного стрима. Повезло, повезло. Какой вопрос? Я и Рошана готовить дальше, бескомпромиссно. Тренировку на Тичис. Если да, где могу отписать об этом? Фига, он обошел, это он так мина типа доджит. Здесь его ждем, посмотрим. Еще плюс 5 секунд, Рошан появился. Я без тэпки, это очень неприятно. Они еще без рош-таймера играют, что ли? Походу. Гем есть? Нет, рефрешер собирают. Видимо, обсервер. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Привет, Тимур. Блин, живу в Сибири, никогда тебя нету. 18 по Москве. Устал смотреть ДКК в отсутствии тебя. Поменяй тогда на 19, что ли. Злость. Ой, хорошо! Приятного стрима. Привет, чату. Бов топ 100 меньше, чем 3. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Как справляться с хитом? Сюда лут. Чё, кто там вопросики какие расправлял? Давай, иди отсюда. Амарыч Петрович. Домой лут. Изи гем. Говорит, что мы пойдем. Мемный чел на самом деле. Так, 30-40, 38-40, 41-40. Покачаемся немножко, подсветим, прочекаем. Агрессив, гайз. Фортик куплю. С его высыраю. Сюда, Марчик. Ух ты. Передаем приветы.
Оп-оп-оп! Лопнули, ребята! Минус разор. Ой, красота. Well played, team. Good job, guys. Поехали, поехали. Заканчиваем сразу. Чё тянуть, как говорится. Ах, не успел сбить ему портал. Ну чё, мид-тэчес сильнее получается этих ваших амаров, зуфакеров и зуджи, правильно? Спасибо за игру. Приятненько, приятненько. Неплохо. Первая же катка дня и такая размоточная. Я считаю, вполне себе ничего так. Достойные претенденты мы с ним, между прочим. Даже тут противопоставляемся. Неплохо было. Вполне себе неплохо, я бы сказал. Три раза его убил. Причем четвертый раз его убили, потому что я его по хп просадил жестко. Красиво, красиво. Продолжаю отругаться на вивере. Что, у меня трон упадет? Да-да, конечно. Так, пусть падает. Ничего страшного, это игра. Ну, Амар на миде не проблема, это мы уже выяснили. Что будем делать, если против меня на мид пойдет Виха, а у меня Тэчес в бане? Давайте посмотрим. Вообще все силушники. Некрофос неплох, я думаю. Что вы напикали? Есть еще два силушника, беру некрофоса. Че, брать что ли? У нас саппорты смогут по контролю разыграться, нет? Ну просто я буду нереально их пассивы пробивать, ребята. Это шок-контент на самом деле. Радианс, не знаю, брать не брать. Нет, наверное. Поехали. Погнали, ребята. Тьфу ты, антимейдж. Ну да, ловить его только в ульту Раптора. Покупает БКБ, вариантов нету. Против меня миди бара будет? Топ 47, ё-моё. Деспал с по трём героям. Хорошего стрима. Восстановите здоровье. Настроение и, конечно, давайте вот это сделаем. Поищем Новым годом. Гришка, здорово! Привет, спасибо огромное тебе за 500. Большое спасибо за поддержку. Тебе приятного вечера. С наступающим Новым годом. Чтобы все сбывалось, получалось и давалось. Спасибо огромное тебе за 500. Рад увидеться. Так, а что делаем? Виха на баре играет, да? Против Вихи мы уже стояли, ребята. Было дело. Что я хочу в этот пик? Надо хорошенько подумать. Шива! Хорошо. Че, Антоха, блевота, пойдем рунки отожмем. Шива здесь хорошо. Саша... Кая? Или Саша... Либарда? Они все миличные. Халберт. Наверное, я не особо хочу. Есть БКБ. Блин, я не знаю, там братрум будет из инвиза набегать сюда. Стартовый в контроле держать. Это медиа-батчик будет стоять. Что же делать? Your moves. I like your style. Не сбежать.
Пока не могу придумать, ребята. Ой, какая классная песня. Там на вихе потный. Джой, города. Отлично, отлично. Дороги ведут никуда. Возвращаться домой. Слип, слип, слип. Да. Как добивать без первого? Я слишком много потратил маны на первые лосхиты. Тянулся петлей. Ведут в никуда. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Не знаю, видел, нет. Хочу познакомиться. Точка Беляевым очень круто делает. Посмотрите на досуге. Всех с наступающим НГ. Счастья, здоровья вам всем вашим близким. Год ОП 50. Купил. В новом году, Тимур. Хорошо получилось, очень много вышек отпитал. Хотя ему по сути не нужно было это делать, но впитал. Я руну не законтролил. Ладно, ребята, сейчас раскачаемся. Физа магия, да? Он спотекнулся или нет? Я не понимаю. Ну слеп пошел. Я думал, он за руны пошел, он передумал, да? Ветра, я думаю, нужны против Братрома. Чтоб я мог ему бульдоз поднимать. Города. Все петлёй. Возвращаться домой. Возьмем так, подстрахуемся. Ну если все стоит, получается, или как он разбежался на них? Я думаю, да. Можно было стакнуть, кстати. Не стакнул. Ошибка, я думаю. Я нашлю на тебя порчу.
Ух ты! А я люблю музыку на стриме. На сдачу, Тимурчик. Слепаешь, я подойду. Шестой жду. Бармис. Ну я готов тебя подать еще. Не то, что Сэндж нужен здесь. Чтобы снимать себя... Чтобы снимать с себя эффект этого. Он без маны стоит. Сейчас мана есть. Регенерация. Трек так себе, конечно, на мой взгляд. Однозначно. Так. Я считаю, что в этой игре плохо, что я не стакаю. Серьезно, это ради меня нажалось? Вау. Просто вау. Магия, магия, магия. Магия, да? Та-дам-та-дам-та-дам. Are ready? Хорошо. Отойди на лайф. Активка в боте. Че купить? Сэндж? Сразу прям. Бараки фронт ботом. Сам руна это новый. Не хочу жадничать. Если я куплю радик, мне кажется, я потом просто ничего не куплю. Я реализовал, главное, свой этот, косу. Dust to dust. Поехали. Моя задача в этой игре жить бесконечно долго. Если я живу бесконечно долго, я их всех выношу через пассиву просто и все. Без всяких там фокус-покусов. Бен, если хочешь, у него вот здесь вот вард стоит на баре, на возвышенности. Может заканчиваться уже, конечно, давно стоит. Но есть. Чипедвест. Это то, что я хочу очень сильно. Армор. Мне нужен армор. Тест. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Ветра нужны, Некс, я думаю. Есть коса, поможем убить. Можешь меня на бойне подсекьюрить, а кота убью.
Парни, стаки. Он все зафармил, кстати. Че, ветра покупаю? Без вариантов. Если в боте Марса подцепите под вышкой, Бэйн, я могу пролететь, посадать. Дом. Его и так убили? Отлично. Меня спас сейчас мой слот. Я очень толстый с ним. Так мы можем убивать вообще говоря. Хочу 10-й получить и выйти, наверное, под топ на антимага, может быть, посмотрим. Можем смог нажать, если ты статик поставишь на антимага, мы его убьем. Там за небару, скорее всего, стоит аккуратно. Че, а почему у меня вышка еще в топе стоит? Смог есть? Выйти на антимагу. Да просто подождать, зафармить тройку и выйдем под вышку в топ. Смотри. Вышел уже на этом-то. А, он догорел вообще на Марсе. Найс. Мы можем просто попинать на халяву, они без бара ничего не могут. Новенький, подойди. Понятно, лучше просто крипов пофармить. Парень, нам нужно топ открыть. Сейчас я толкнул. Антимаг меня еще прыгнет. Подстрахуйте. Все нормально. Так, хорошо. Таймчик ТП отменил. Все отлично. Не думаю, что это какой-то преднамеренный бай. Поехали. Мне нужно в боте стоять, все. Подтягиваюсь потихонечку. Так. Классный трек был, дорогие. Спасибо большое, 150. Спасибо за музычку. Крутота. Этими иллюзиями мид покачаем. Сюда в топ выходим сами. Тауэр забираем, ветра готовы на длинную дистанцию.
В Рошан сразу можем пойти. Там Дум КД. Мне только что Дум давался. Можно вон антимага на апсе поймать. А, в мид войти лучше. Сюда лут. 57 секунд. Можем и попушить тогда, я думаю. Опа. Нормально, мы сильнее. Весьма только убить надо как-то. Ну могли на самом деле, если бы что-то делали. А, он порвал сяшку на этом. Умирает. Слушайте, ну в такой ситуации я могу и Каю Сашу купить сразу же. Я слишком жесткий. А перед ней я купить вот это. А потом Каю Сашу. Ты его засолишь. Я да? Ну какая-то лайтовая, ребят. Ну есть некрофос, я не знаю. Типа, даже если мы вышли в лейт. Если я на темпе, то есть, да, если я не проседаю по темпу игры, то. Пфф, я хз, что им делать. Я столько живу хардстопером. У них арены нету, дом в таверне, можно посыгал. Можно просто тэшки брошу, но я не знаю, мы долго его будем бить. Так пусть приходят драться, мы их отпинаем. В миде пачка прям. Оп. 4 крипа плюс. ТП за 100. Зафармил 200. Плюс экспириенс. В эмбрейс я бы очень хотел, конечно. Моё, моё, моё. Никого не видно, может они... Да нет, не АФКшат. Вот показались. БФ антимага есть на 17. Не слишком рано, я бы сказал. Блин, как же Eternal Shroud дорого стоит. Но после СНЖ типа вообще лайтово его покупать на самом деле. Пипец, я богатый, кстати. У меня же еще и ветра есть, я даже забыл. Тысяча сто. Антимаг тут? Если уж мы смокнулись. Не в тройке стоят. Освежен есть, Антох? Ой-ой-ой-ой, еще на виспе. Пытался что-то сделать. Все, гоу хайпить. Отказано. Ну, чисто на темпе просто. Пришли, увидели. Переехали. Но они сдумали. Да пофигу, пофигу. Держимся вместе, пушим ХГ. Не надо, не надо, не надо, отмени. Отмени, мы хай пойдем. Никто же ему не будет помогать. Да, не могут, ты ТП даешь. Шрауд готов. Беги к нам просто, не пытайся поймать. Да я шел. Хотел меня Дум дать. Я вот ушел. Я мог бару за Юлей, кстати. Что-то это сам. Он задумался. На Бейна засмотрелся. Пушим, пушим, пофиг, пофиг. Что-то вижу, сразу нажимаю, наверное, худ, а не ветра. Я готов затанчить, в принципе. Вот это надо принять, парни. Yeah.
Есть шанс, что я выйду? Нет, с барычем на хвосте нет. Ну, впитал дум, что бывает, пойдет. 820 физически, это от вышки, да? Затанчено. Без дума они лёсочи не бойцы. У них уже чё? Ну, Марс выжил. А так два кора погибло. Приятная лайтовенькая, ребята. Гришка, спасибо за сап на Twitch, кстати, еще. Еще и это успел реализовать. Спасибо тебе огромное. Борн 17 Ру, спасибо за 150. Не знаю, видел нет, хочу познакомиться с Абеляевым. Очень круто делать, кстати, не на досуге. Всех с наступающим НГ. Счастья, здоровья вам, всем вашим близким. Год топ 50, в новом году Тимур. Борн, спасибо тебе за 150 большое. Спасибо за музычку. Нет, не знаю я, кто это такой, не слышал ничего о нем. Вот. По поводу топ 50, да пофигу на самом деле. Типа, я говорю, мне не за ПТСы. Ну, мы в топ 100 не целились, топ 100 апнули, поэтому посмотрим, как пойдет. В новом году все может быть. Может быть абсолютно все. Спасибо тебе за музычку. Но такого типа, конечно, я хотел бы тебя просить не ставить все-таки. Мана! Ух! Успел перед смертью отпинать типочка. И не знаю, почему рекомендует левый талант. Но полюбас уже замедление от Госшрауда, если ты выдаешь замедление 48, это очень жестко. Это нереально жестко. Медовый неграфос против Вихи. Какие проблемы? Рогив, спасибо большое. На удачу, Тимурчик. Спасибо тебе большое. Классный трек был. Спасибо за 150. Так, сейчас проверяем. Катка была очень короткая. Проверяем количество урона, которое я внес пассивкой. Количество урона от пассивочки. Смотрим. Подробности. Пассивка. Где она? 4600. То есть максимальный урон, который я нанес, это была пассивка. 1700 поэтому, 1700 поэтому. Остальных я очень редко видел. Что и требовалось доказать. В такой пик реально брать некрофоса, это жестко. Это просто жестко, ребята.